Йом анахну корим ми парашат шаво шенекрет шмот. Ми читаємо з недільної глави, яка називається Шмот, імена. Це з книги Сход, з самого початку. Баруху Адонай ха-меворах. Баруху Адонай ха-меворах ле-олам ва-ед. Баруху Адонай ха-меворах ле-олам ва-ед. Баруху Адонай אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה והבשורה אמן можно садиться ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר זבולון ובנימין דן ונפתלי גד ואשר ויהי כל נפש יצא ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו וישרצו ויצבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הווה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ וישימו עליו שרי מיסים למנן אותו בסבלותם ויבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס וכאשר ינו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ויקוצו מפני בני ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה והבשורה אמן מה שמשה קרא, אז קראנו מספר שמות, זה ממש התחלה. И то, что мы читали из книги Исход с самого начала. ואני רוצה לשאול, אנחנו כל פעם מחלקים את הפתקים על פרשות שבוע. Каждую неделю мы раздаем всем вот такие вот бумажки. אז אני רוצה לשאול, מי באמת קרא את הפרשת שבוע של היום? Я хотел спросить, кто действительно пришел и читал уже дома это недельное чтение. Карим Муяд, Микара, что пошут не да, бэмэт, эхлит яхэс лэзэ. 6-7 человек читало. Ах, ну лёс там мы халким эдзэ. И мы не раздаём это просто так. Вы мюдим, что гам, че анахну митасхим по, анахну лёр бэ по амим мамаш корим мяктовим. И когда мы собираемся здесь, мы тоже не читаем из священных писаний огромными текстами. Анахну митпалилим вэ нотним мэсэр. Мы собираемся, мы читаем какой-то маленький кусочек и проповедуем, разбираем его. Валём мамаш корим. Но не читаем много из священных писаний. Ве чанахну бабайт зе бедюк азман лекро. И когда мы находимся дома, и у каждого есть вот такая вот напоминалка, это как раз время, когда нужно читать. Азе хашук, ше атем тавоу лепо, ванахну натхил ледабер аль парашат шаво, ше елахем мусаг аль мамы дуба. Поэтому я хочу всех попросить, пожалуйста, читайте дома. То, что мы даем вам, когда вы приходите, мы тогда все говорим одним языком и понимаем, о чем говорится. Азбепраким аэлю. В этих главах.
Месупар аля амшелану. Говорится о нашем народе. Эхо нирба. И там говорится, как он размножился, находясь в Египте. Месупар аль Моше, эхо нолад вех Адунай корело. И в этих главах написана история рождения Моисея и как Бог избавляет его от смерти, а потом призывает его. Укорело вешолех ото ле Мицраим хазара. И написано, что Моисей был призван Господом. И Господь посылает его вернуться в Египет. Там зухрим, що у барах лемідіан, вазелюм умерло лазо. Вы помните всю эту историю, как он убежал из Египта и убежал в страну Медиан, и потом Бог говорит, вернись. Зухозер хазарак де леоце та ам. И он возвращается, чтобы избавить народ. Аз коль парашат чавуа и ад перек шеш. И здесь всего лишь шесть глав. Ве, чанахну мы стаклим аль коля контекст. И когда мы смотрим на весь контекст, есть арбемы ураот, там есть всяких много важных событий. Вем не рим ло коль как шурим эхад лешини. И иногда ощущение, что одно событие не очень связано с другим. Аваль кше истакальти мирахок каха милимала. Но когда ты смотришь на прочитанный текст издалека и как бы обозреваешь его весь. С питом райти носе миухад ше ешко. Я увидел здесь определенное послание. Ве носе азе зе крия. И здесь говорится о призвании. Ве я ли мамаш музад ше батхала леон итпалел ва амар это миля азот. И мне было немножко странно, что когда Лео начал собрание, молился о призвании. Зе бедюка носе ше ляйом. Это та тема, которую Господь поднимает сегодня, говоря к нам, призвание. Роце ликро ми перек шалош пасук штеймеше. Я прошу открыть третью главу с 12 стиха. Третья глава исход, ребята на пульте. Васкатув по каха, за Моше ми даберем Элоим. Вазо омерло. Вайомер, кие имах. Везе лиха от, ки анохи шалахтиха. Боце эха эта амми Мицраим. Тавдун это Элоим аля ар азе. И сказал Бог, ведь я буду с тобой, он говорит Моисею. А это тебе знамение, что я посылаю тебя, что тебе не просто галлюцинации какие-то. Когда выведешь народ из Мицраима, из Египта, вот на самой этой горе вы будете поклоняться мне. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем говорится в этих стихах. И Бог говорит Моисею, я посылаю тебя, я хочу, чтобы ты пошел и исполнил что-то. А Моисей начинает увиливать, как многие из нас, и начинает говорить, вот, я не хочу, я не могу, у меня не получится. ואז אלוהים אומר, אני נותן לך אות, סימן. И Бог говорит, я дам тебе знак. Рами, 3 глава, 12 стих. וסימן שאני שולח אותך, שאתה בא בשמי. И это будет, когда все исполнится, ты поймешь, если ты сейчас сомневаешься, что это я послал тебя, я с тобою. וסימן הזה, זה שאתה תיקח את האנשים שלי, את העם ישראל, ותוציא אותם ממצרים, ואז תשתחוו על האר. זה סימן. Знак, знамение того, что я с тобою, что я послал тебя, несколько вещей должны будут исполниться через тебя. Ты заберешь народ из Египта и приведешь их, и вот на этом же самом месте, где я с тобою говорю, ты поклонишься мне. הוא אומר שהמעשה הזה, זה סימן. Он говорит, что вот этот вот кусок проделанной работы, которую Бог говорит Моисею, это как раз и будет тем знаком. Бемилим кшутот, так шиву. Элоим умер леха машу лясот. Бог говорит тебе чего-то сделать. Вазу омер, зе ше баб, ше зе бемет ба мимени, ата тире ба од 20 шана. И он говорит, ты поймешь, что это от меня через 20 лет. Рак ба од 20 шана ата тире это симан. Через 20 лет ты увидишь какой-то знак, какое-то знамение. Зе ме од музар. Это немножко странновато. Рак это симан, что это бемет ба ми Элоим, тире ба атидрак. То есть Бог с тобой сейчас говорит, а подтверждение, что это Он, и что Он с тобой вот говорит и посылает, ты увидишь только через какое-то время в будущем. Знаете, с нами такое часто случается. Иногда вот, это не только служителя, любой человек, ты чувствуешь, что Бог тебе дает чего-то сделать. אולי מראה לך את הדרך שצריך ללכת בה.
допустим, он направляется пойти по какой-то дороге. Вот что там что-то бывает. Мани царих лясот бахаимшина. Или ты спрашиваешь, Господи, я хочу исполнить то призвание, которому ты, для которого ты родил меня. Вас то мило, ну тарели, эх они удачи за бемедзе. И ты говоришь, а как я буду знать, что это ты? Как я пойму, что это ты говоришь, не это не моя фантазия, не какие-то глюки у меня в голове. Лой умер, татире это симан бемшех. И Бог отвечает, ты увидишь, что это я, как какие-то вещи будут исполняться в будущем. Беод эсер шаним. Можно взять много лет, 10 лет вперед. Ванахну хавим лявим по. И мы должны понять здесь. Ша маасе азе, ша Моше ба вимоци эта ам мимицраим, зрак хелик миакрия. И мы должны понять, что в призвании Моисея забрать народ из Египта и вывести его, это было только частью того призвания, которое Бог накладывает на Моисея. Ким рак уракуцио там, а валяя от дерех лалехет бемидбар вэлеявил там леарец. Потому что на Моисея была еще задача не только вывести из Египта, не только чтобы они поклонились на горе Хореб, но еще продолжить с ними путь, учить их, наставлять их, выстраивать их духовный и физический. С бекрия шелану. В нашем призвании. Кшанахну хошвим шееш лехамаш, о шелуим коре леха лемаш. Когда мы начинаем чувствовать, что есть что-то в твоей жизни, к чему Господь призывает тебя. זה רק חלק מאוד קטן, את ההרגשה הזאת, שאתה בטוח בזה. Вот это вот чувство, что вот у тебя была связь с ним, и он тебе проговорил что-то, это маленькая часть всей картины. וגם כשאלוהים נותן לך סימן לזה, זה רק התחלה. И даже если ты видишь какие-то подтверждения, и вот оно случается, это есть в твоей жизни, все равно это только часть от общей картины. אנחנו צריכים להבין שיש עוד הרבה מזה שאלוהים צריך לעשות. Есть много вещей, которые Бог по пути, по жизни с нами производит. За ней ракроцея мамаш лифарет это давара за симан беатид. Я хочу вот прояснить, чтобы мы запомнили этот образ, знак, который случается в будущем. Анахну арбе паамим озвим это крия шелам. Мы очень часто останавливаемся. Послушайте внимательно, это важные слова. Очень часто мы останавливаемся в нашем пути и не продолжаем исполнять то, что знали наверняка, Бог сказал нам. Потому что мы часто думаем, это не он с нами говорил, потому что чего-то не исполнил. И мы начинаем, мы люди с сомнениями, мы начинаем очень много сомневаться в этом. И ты говоришь, Господи, вот смотри, уже там 2, 3, 5 лет прошло, ты какие-то вещи мне показывал, а они в моей жизни не совершаются. אז דבר ראשון, ספקות, זה מה שמפריע לנו. Первая вещь, которая является большим нашим врагом, это сомнение. דבר שני, זה פחד. Вторая вещь, страх. פחד ממשהו גדול שאלוהים קורא לך. Страх перед тем большим, к чему Бог призывает тебя. Ты думаешь, как я вообще могу? Это не для меня, это слишком много. פחד במשהו שאתה לא בטוח בו. Страх перед чем-то, в чем ты не уверен до конца. זה דבר שני שמפריע. Вторая вещь, которая сильно мешает, страх. Страх. Сомнение, страх. ודבר שלישי זה בעצם לפתוח באלוהים. А третья вещь, довериться, довериться Творцу. כי אתה מצד אחד מפחד, אז מצד שני זה דורש ממך באמת לסמוך בו. Потому что с одной стороны ты начинаешь быть в сомнениях и боишься, и потом ты не знаешь, как довериться вот тому переживанию, которое было с тобой раньше. А там мы кабели из еще криями Илуин. Ты принимаешь какое-то призвание Творца. О махшавами Илуин. Какую-то мысль от него. Вас по царих ли смог она? И здесь нужно довериться ему. Ки симан тире рак байтит. Потому что знамение увидишь. Рак что тадхил налехет. Когда начнешь двигаться. דבר שני שאנחנו רואים שקשור מאוד לקריאה שלנו. И вторая вещь, которую мы видим в этой парашат Шаво, которая очень связана с словом Бог призывает тебя, призвание. זה העבר הקשה שלנו. Наша тяжелая. הניסיון. Наш тяжелый, часто неудачный старый опыт. Прошлый. Почему лима Элоим коре למשה פה? Если мы рассматриваем и видим историю Моисея, когда он вот прошел через все, потом убежал в Мадиан, и вдруг Господь ему говорит, вернись туда-назад, в Египет. Он говорит, я хочу, чтобы ты вернулся и возглавил народ.
אבל ממה התחיל הכל? איך הוא ברח ממצרים ולמה? Мы помним, как Моисей убежал из Египта. הוא יצא לרחוב. Он вышел на улицу. ואז הוא התחיל להעיר לאנשים. И он стал видеть, как люди живут, и он понял, что он часть из них. ואז אחד מהאחים שלו אמר לו, מי שם אותך לשופט? И он пытался быть на связи со своими людьми, а один из израильтян сказал: "Кто тебя вообще поставил над нами судьёй?" Ма та хошев ал цмеха, ма та хошев, что та сар по? Кто ты думаешь здесь? Ты что, над нами князёк какой-то? А там аниг шелану. Ты что думаешь, что ты какой-то наш лидер? וזה ניסיון הקשה שהיה למשה. И это тот странный и тяжёлый разочаровывающий опыт, который в прошлом был у Моисея. Ты кто вообще? Аз ло киблю ото. И тогда, мы помним, не приняли Моисея. ואז עכשיו אלוהים אומר, תלך על אותו דבר. И здесь вдруг Господь говорит Моисею, вернись и на то, что ты раньше претендовал, войди в ту позицию, только в еще больше, более сильном, интенсивном. אז מה יכול בן אדם לחשוב על עצמו במקרה כזה? Что Бог, что человек может думать о себе в таком случае? הוא אומר, אני עברתי את זה ולא יצא לי. Он говорит, я же помню, я уже пробовал, у меня ничего не получилось. כמה הרבה פעמים אנחנו אומרים, אני ניסיתי את זה ולא יצא לי. Как нам иногда говорят, слушай, начни делать чего-то, а мы говорим, я уже пробовал, у меня тогда не получилось, зачем мне еще раз пробовать? וזה הדבר בדרך כלל שגם מפריע לנו. Это вещь, которая мешает нам продвигаться вперед. לפעמים בקריאה שלנו אלוהים רוצה להחזיר אותנו חזרה. Вы знаете, чтобы мы вошли в полноту нашего призвания, иной раз нам нужно вернуться назад. ולעבור את זה שוב. И пройти еще раз. אבל עכשיו, תחת השגחה של אלוהים. Но в этот раз не только на полагаясь на свою собственную инициативу, но на то, что Бог ведёт тебя, он покрывает тебя и направляет тебя. אז זה עוד סעיף אחד. לחזור חזרה ולעבור את זה. Итак, прийти к призванию, не побояться вернуться, даже если был плохой опыт, и попробовать ещё раз. להתגבר על מה שהיה. להתגבר על מה שהיה. И перебороть то, что не получилось в первый раз. דבר נוסף. Ещё одна вещь. אנחנו רואים כשמשה מסכים ומתחיל ללכת ולעשות את הקריאה שלו. В конечном итоге Моисей соглашается и пускается в свой путь. דבר מוזר מאוד קורה. Очень странная вещь. זה כתוב בפרק 4, פסוקים 24. Четвёртая глава Исход, Рами. כתוב ש... Четвёртая глава Исход, 24 стих. כשמשה נעצר, אלוהים בא כדי להעמיד אותו. Написано, когда Моисей и его жена Ципора и еще двое их детей остановились, то Бог встретился с ними и хотел умертвить Моисея. Элоим мецад эхад нотен ло крия, мецад шени роце ляругото. Бог вроде бы призывает Моисея и тут же говорит, я пришел умертвить тебя. Лама зе коре. Что это за такое? Элоим роце, че машу иштане бетухо. Очень важно, чего Бог хотел от Моше, чего Бог хочет от нас. Чтобы когда мы выходим под ним, чтобы что-то в нас изменилось. Вы маше у оса в этом Ципора оста брит миля лебен шелай. Мы видим, что Ципора берет нож и делает обрезание ихнему сыну. Зе машу ша я хасер. Это что-то было, недоставало для целостности Моисея, чтобы исполнить призвание. Машу ша היה קשור לברית של אלוהים, היה חסר בתוך חיים של משה. Что-то, что было связано с заветом, потому что обрезание это завет с Богом. Чего-то не доставало в жизни Моисея. אנחנו לא יכולים להתחיל את הקריאה שלנו, כשאנחנו נמצאים בחוסר, באי-קיום של הברית או של מצוות. И я вам хочу сказать, если кто-то хочет исполнить призвание, ты не сможешь его исполнить, если ты не чувствуешь, что ты вне завета, если, что ты в завете с ним. Если ты вышел из завета, если ты как бы верующий, и ты не чувствуешь себе вот этого прикосновения, ты не исполнишь. Има так ульха гар хай бехет. Если ты вошел или вышел и живешь в грехе, афилю хилькит. Даже если это что-то поверхностное, но это не по его слову. А та я хол лавин тов меод это крияшенха. И даже можешь понять, к чему Бог призвал тебя. Валаталюда цлехли каен. Но у тебя не получится исполнить. Элоим омед негдыха. Потому что Бог, с одной стороны, призывает тебя, но с другой противится тебе, если в тебе чего-то еще не сделано. Зелекуда мод хашума, Элоим омед негдыха, гам ему каралиха. Бог как бы призывает тебя, но и стоит против тебя, потому что еще не изменился. Царех лишанот машу бахаим шелха. Чего-то надо изменить в жизни. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד. И еще одна вещь, которую я хочу сказать. גם כשאתה מתחיל ללכת, ומשנה הכל והכל טוב. Начинаешь двигаться вперед,
и вроде бы вещи начинают совершаться. Басиман одрахок. Но еще не исполнилась вот та картина, которую Господь тебе показал. Моше баали паро ве медабер элав. Мы видим, Моисей приходит к фараону и разговаривает с ним. Аваль ма ше урое, ма ше коре, ше аколь нея од ютер гаро. Вдруг вещи становятся хуже, чем были раньше. Помните, фараон услышал Моисея и говорит: а, у вас праздный образ жизни, дадим вам больше работать. А ам атхиль лисболь од ютер. И народ, как бы, все начинает против тебя двигаться. Ты пытаешься исполнить волю, а тут против тебя начинает двигаться. Окольные раз месавив, а коль рофель начинает вокруг тебя разваливаться. Вата умер лацмаха, эх, Элой, Моше ба ветпалел, Элоим ата каратали. И мы читаем, Моисей приходит к Богу и говорит: Господь, ты призвал меня, почему у меня все из рук валится, все вокруг хуже стало. Зе давар лефамим шешовер отан. Это вещь, которая часто ломает нас. Та умер, они мевин шекаратали, они итхальти ласот, а вальшум давар ло мистадер. И ты чувствуешь, Бог призвал тебя, дал тебе дар, но ты начинаешь двигаться, чего-то не получается, сыпется вокруг тебя. Вэлуим умер, аль тидак. Но Бог говорит здесь с Моисеем и говорит: ты не бойся. Зе беседер. Это нормально, что есть сопротивление. А та бентайм коль ма ше асита, асита лифи акоа кше еш леха. И до сих пор то, что ты делал только по своим силам. Валь омер, ани роце леарот эт аяд шели. И сейчас он говорит: а вот сейчас я хочу показать мою руку. Ани роце леарот эт анифлаот венесим шели. Я хочу сейчас показать мои чудеса и мои знамения. Ки кше батхала дебарну, ше Элоим роце леарот лесим от. Потому что когда мы говорили, что Бог вначале хочет положить на нас знак. От зе машу антиви. Знак — это что-то сверхъестественное. Зе омеше Элоим царих лед меурав в маасе. Это говорит о том, что Бог должен участвовать в том, к чему Он призвал нас. Сами мы не можем сделать. Поэтому, когда ты разочарован, альтидак, не начинай впадать в панику, даже когда ты разочарован. Ки Элоим яхнис это... Симан шило альтиви лехаим шелха. Потому что Бог вложит свой сверхъестественный знак в тебя, и ты увидишь. Ве уравил отха, кдей ше тасе это крия шило. И ты увидишь, что ты исполняешь его волю. Амэн. Его призвание. Амэн.